Падзея, якую мы чакалі 30 гадоў. У нядзелю Магілёў прымаў лёгкаатлетычны марафон. Пазмагацца за яго ўзнагароды выйшлі як аматары, так і прафесійныя спартсмены. Мы, кажется, ещё не так давно встречались с губернатором, и у нас вот такая рождалась такая идея, думаю. И вот если ты очень веришь, и если ты приложишь очень много силок, я думаю, не может тебя в жизни не получиться. Я очень верю, здесь может будет рождаться чемпионы, которые гордостью будут нести белорусский флаг на мировых аренах. Марафонцы паспрабавалі свае сілы на адной з трох дыстанцый. Большасць атлетаў выбралі бег на 4 кіламетра. У дзяўчат першай на фінішы была магіляўчанка Ілона Іванова. В моей личной коллекции этот кубок, я уже даже не знаю, какой по счету, но все же приятно, конечно, к победе. Но я занимаюсь спортом профессионально, в основном я бегаю, моя дистанция там 800 метров. А здесь для участия так все красочно, красиво. У нас впервые в Могилеве такой пробег проводится, поэтому для нас это как праздник. Святом марафон стал для всех его удельников, а это рабочая, дзярслужачая, студенты. Усе яны не побоялись выйти на старт и годно представили Могилев. Я поступила в Могилевский государственный университет продовольствия, и там я начала ходить на легкую атлетику, и нам сказали, то, что если мы пробежим эту дистанцию, то это будет хорошим стартом. Не первая медаль. Вот я греблей занимаюсь. Вот, поэтому хорошо, если будут такие марафоны чаще. Вот так очень понравилось. Хорошая атмосфера. Все так хорошо настроены, весело. Мы решили выйти с семьей, поскольку, ну, выходной, праздник сегодня, день учителя, день пожилого человека. Как бы решили поддержать такое массовое, хорошее спортивное мероприятие, как Мебилайн марафон. Самой складанай, зразумела, была марафонская дистанция 42 километры. Перемогу святкаваў наш земляк Юрий Каптеров. Сложного, наверное, не было. Мы пробежали ее, готовились как тренировку, бежали. Пробежали как хороший длинный бег. Эти горы даются, ну, неспроста. Пришлось пятый и шестой круг немножко потерпеть в эту гору. Ну, а так, все удачно, все. Как и рассчитывали. Рассчитывали выиграть. Мы и выиграли. Магілёўскі Мобилайн-марафон гэтай восенью стал галоўнай спортивной подзеей Магілёўской области. По улицах областного центра пробегли тысячи удельников из разных краин свету. Организаторы обещают, Магілёўскі марафон станет традиционным спортивным святом. Илья Соболев, Виталь Вопсев, новини региона.